Доктор, мне, пожалуйста, таблеточку от головы, я сосал, меня ебали. Ну а перед началом видео хочу напомнить, что у меня есть моя группа ВКонтакте и Дискорд сервер. Залетайте, друзья, всех жду. Я бегаю лысиком таким, знаешь, лысый из Brothers. Что делать? Вот. Я чувствую себя каким-то потерянным, не знаю, потерянной дворняжкой. И бегаю такой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы докуда мчите? Сначала до мэрии, а потом где-то. Хорошо, спасибо. Мне не по пути, к сожалению. Офигеть. Друг, привет. Я смотрю, встал на место инвалидов. Ну, это нормально. Друг, тебе дать денег на первое развитие вообще? Ты чё, пёс, не надо давать ему денег. Нихуя. Медленно печатаешь. Пошёл в жопу, я кушаю. Меня уже бесит. Просто космос убираться, да, хомо? Хочешь рофу? Да. Ее зовут Кэдди Хантер. Здравствуйте, Кэдди Хантер. Здравствуйте. Здравствуйте, да, пожалуйста. У нас был план, и изначально мы его придерживались, да. А потом скурили, нахуй. Стой, дружаня. Спасибо большое. Ой, я дверь не закрыл, извиняюсь. Нормально. Переименовать. Сука, это охуенно, блядь. Поедем, значит, в русскую мафию, да? М, которая... Так, Russian Mafia, ну, я типа, нашел, все. ПРП, мы не знаем, что такое русская мафия. Это русская поселка. Блядь, спасибо, ПРП. Что сказал. Я же, блядь, вообще тупой валенок. Да батарея, блядь, пробка. Не вдупляю, нихуя. Так, вы закрыли дверь машины. Ну все, побежали. Они там, да ведь? Здравствуйте, господа, можно войти? Что-то хотели? Да, я просто новенький в штате, я вот смотрю, работу себе ищу, осматриваюсь. Не, внутрь-то нельзя заходить в ворот. А, извините. Классные тату. Спасибо. Очень рад. Я ищу мэрию на карте. Ну, погоди. Там флажок такой, в центре прям. В центре флажок. Американский, буржуйский, да. Буржуйский. Хоть бы русский повесили, что ли. Ой, опять... Что с тобой? А, кстати, смотри, какая особенная фишка. Вроде бы одинаковые машины, да, вот эти вот, которые ниже. Но вот это вот грязнее. Ну, она типа испачкалась, типа, видишь? Да, из-за того, что на машине ездит, она пачкается. Смотри, отпущу. Да, спасибо, что объяснил. Я недавно в штате. Сколько? Месяц 4. Ну, если что, вы можете потом подойти вечерком, когда, возможно, уже год проживете. О, такси, почем? Город, сотка. А если, ну, у меня 99? Давай. Да не, ну если ты слишком зажитый. Опасные районы, случались какие-то случаи непредвиденные? Конечно, стрельба. И вот ты продаешь как бы свое здоровье, рискуя жизнью за деньги? Да, успокоиться, значит, это никак не отходит. Вот это ты отчаянный парень. Тут вот все вот эти штуки в формате zip, а тут... RAR. Ух, ну и рожа офигенная. Офигеть, нормальная станция. Прыгай вон туда на эти, ну, вентили. Ты уверен, что меня не убьет? Не убьет тебя, чё-то. Давай, просто прыгнем. Ты умер? Да, я тебе вызвать медиков. Ты мудак, ты меня обманул. До смерти осталось 10 минут, мне теперь ждать. СРП. Нет, сделай что-нибудь. Это мне сказал вот тот господин в белом. Что сказал? Прыгни, говорит, на эти штуки, все нормально будет. А не, все будет плохо. Я уже понял. Я закончу твои мучения. Ты мои мучения закончил тем, что у меня вылетела GTA-шка. Спасибо, что закончил мои мучения. Я пошел в МТА. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, видос вам понравился и вы оценили его. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще контент с GTA 5 RP. Как по мне, супер годно. И не переживайте за X-Project. Я также буду продолжать играть на этом сервере, как раньше, и пилить видосы по нему. Ну а на этом все. Спасибо за вашу поддержку. Всем удачи.